Ну что, я думаю, всем все понятно, а мы начинаем. Всем салютики, мои дорогие. Сегодня у нас, ну, во всяком случае, у меня пюре картофельно-морковное, котлетки, огурчики соленые и бутики, два бутика с салом. Кто сейчас ест или собирается есть, всем приятного аппетита. Вообще, я хочу сказать, я такой человек своеобразный. Что-то быстро начатое, мне быстро надоедает. Вот, например, начала. Я, если честно, вязать не умею. Ну, могу вот так по прямой. Шарфик. Ну, что-то такое. Начала вязать. Думаю, свяжу-ка я какой-нибудь шарфик. Просто у свекрови нитки были. Вязала. День вязала, два вязала. А на третий все мне... Думаю, да нафиг мне это надо. Нет у меня терпения. И таких примеров очень много. Котлетосы просто бомба. Вот реально зимы не ждется. Помидоры уже открыла. Ну, да ладно, по баночке ничего страшного. Я к чему все это говорю-то? А к тому, что если мне будут говорить о том, что вот, прекращай, вот, ну, как наподобие, да? То все, пятое, десятое, ля-ля, тополя. Я никогда не прекращу ничего делать. Я сама должна устать от того, что я делаю. Я не имею в виду еду на камеру. Я... Это как бы в общем плане. То есть любое какое-либо занятие, да, с моей стороны, оно должно закончиться только по моему великому хотению, а не почему-либо. Так что, друзья-комментаторы, ну, как друзья, в кавычках, которые так негативно реагируют на мое творчество, я еще раз повторяю о том, что вы, знаете, как бы ни старались, но все равно я не прекращу свою деятельность. Ну, никак. Ну, так уж получилось, что я завтракаю одна. У меня все уходят рано. И почему же мне эту великолепную трапезу не разделить со всей страной? Я думаю, что это... Великолепно. А кто возникает, тот ничего не понимает. Разве вам не хочется вот этой пюрешки?
Или котлетушки. Очень вкусные. Так что не суетитесь. Я сама буду решать, что, чего, где, как снимать. Еще тоже взяли моду делать выводы о том, что, например, если человек ест на камеру, да какая разница, танцует, пляшет. Я уже не раз видела такие комментарии. И он сразу, этот человек, автор, автоматически становится одиноким в глазах хейтеров. Я не понимаю никакой логики между этим. Значит, получается, у нас вообще полстраны одиночек, бедняк, которые не могут быть счастливы в личной жизни и так далее. В общем, такой бред, как мне одна сегодня написала. Ой, как же она написала-то мне, что, ну вот я одинокая и вот не нашла счастья в жизни, видимо, и вот поэтому жру на камеру. Ну, в общем, такой бред. Это просто вообще несопоставимые факты. Что к чему, непонятно. Я всегда говорю, что у кого чего болит, тот о том и говорит. Понимаете, это вам так хотелось бы, чтобы было у других. Но на самом деле это у вас. К сожалению, к большому сожалению, но, увы, опять-таки, увы. Так что, неужели вы думаете, что я могу быть одиночкой? Так что желаю всем налаживать свою личную жизнь, не сувать нос чужую. Это раз. Благородная отрыжка, простите. Ну а всем моим друзьям дорогим желаю хорошего настроения, позитивного главное. Приятного аппетита, если кто-то собирается есть. И всем пока-пока. Спасибо, что были со мной и были в моей компании.